Добыча золота в Красноярском крае выходит на новый уровень. Компания «Полюс» и правительство региона подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве. Это позволит открыть новые месторождения и увеличить налоговые поступления в бюджет края. Подробности расскажем в сюжете далее. Новые инвестиционные проекты, ремонт автомобильной дороги на севере и самое главное – развитие месторождения золота. Все это результат подписания соглашения о социально-экономическом партнерстве между правительством края и компанией «Полюс». Главный вклад золотодобытчиков – строительство еще одной золотоизвлекательной фабрики ЗИФ-5 на месторождении «Благодатное» в Северо-Енисейском районе. Проект прошел стадию технико-экономического обоснования. Запустить новую фабрику в работу планируют в 2025 году. Мы рассчитываем начать стройку в 2022 году. Общий объем инвестиций составляет 600 миллионов долларов. Объем переработки 8 миллионов тонн руды в год. Вкупе с существующими мощностями Олимпиады и Благодатного это более 30 миллионов тонн руды в год. Сейчас компания является одним из крупнейших налогоплательщиков края. В прошлом году поступления в бюджет региона составили больше 16 миллиардов рублей. В 2020 году ожидается свыше 20 миллиардов. Однако отношения «Полюса» с Красноярским краем выходят далеко за рамки принятых соглашений. Я уверен, что именно вот сегодняшнее решение, подписание этого соглашения даст еще новый импульс нашему сотрудничеству и позволит увеличить отрыв Красноярского края от золотодобычи, который и так достаточно значительный. Важная составляющая сотрудничества – социальные проекты. Один из примеров – строительство нового спорткомплекса площадью больше 3500 квадратных метров для регбийного клуба «Красный Яр», завершить который планируют в конце следующего года. Виктор Бородин, Сергей Раков, 7 канал.